Ребята, всем привет! Хочу показать вам разницу своих захваченных видео и чужих захваченных видео. Значит, вот первый экземплярчик у меня располагается вот здесь. Вот это самое наихудшее качество, которое мне удалось найти чужого видео. Скорее всего, это двойная и тройная компрессия, когда на DVD-комбайне с кассеты перегоняли сразу на DVD-диск, а потом делали, ну, условно говоря, фильм. И вот такое качество можно получить. Это вот реальный размер картинки. Если развернуть, вот получится вот такое качество картинки. Я считаю, конечно же, это безобразие, это вообще недопустимо, и даже, наверное, не стоит никаких денег вот за такое качество. Повторюсь, видео не мое, это видеопример. Второе видеопример не мое, и оно мне также не нравится, и давайте посмотрим, что. Я также разверну на весь экран. Это видео с интерполяцией, то есть если мы посмотрим на реальную картинку, ее растянули вот до такой, и все равно... Смотрите, как пострадало качество. Вот стоп-кадр говорит о многом. Сразу вот видно, что у нас контров никаких нет. Вот. Силуэтов узнаваемых у нас нет. Вот голова и три точки. Голова, три точки. Все сжато, поломано кодеками. Вот это тоже, я считаю, безобразие. Вот так делать нельзя. И это совершенно вот... Ну... Нифига не это некачественная картинка, смотреть не на что. Давайте еще раз посмотрим мое. И это даже не Full HD. Вот если посмотреть, у меня всего лишь 720 на 572. Вот. Прямая компрессия, сразу на лету H264 со всеми фильтрами. Фильтрами помех, и немножечко я улучшил контуры. То есть видно, что они у нас гладенькие, красивые, без углов. И давайте еще раз сюда обратим внимание. Вот, видите вот эти вот ступенечки такие? Это вот первые признаки, что сначала гнали на DVD, а потом смяли в какое-то кино. И вот такое безобразие получается при таком раскладе. Вот, ну, видите, да? Это даже, мягко говоря, некрасиво. И еще раз обратимся к моей картинке. Вот такая, в общем-то, разница. Ну, собственно, я хотел немножечко показать более расширенно, так как вот люди совершенно не видят почему-то никакой разницы и говорят, что все одинаково. Если, конечно, смотреть вот в таком размере, да, как будто бы все ничего, да? И даже если это смотреть в таком размере, вот, в реальном, да, как оно было изначально, как будто бы ничего. Но нам надо картинку побольше, получше. И даже с интерполяцией у человека не получилось сделать хорошую картинку. Вот видите? Вот. Интерполяция настолько сильная, то есть реально была очень малюсенькая картинка, и ее растянули. И вот что стало. Вот видно, да? Вот такие вот контуры. Нелепые, рваные, квадратные. И вот видео без интерполяции. Чувствуешь разницу? Вот об чем речь шла. Ну, в общем, все, что хотелось сказать, я сказал.